Да, ребят, я с легкостью его заталкиваю. И вот сюда вот выскакиваю. Давай еще немножко. Вот так вот, молодец. Так, ребятки, аккуратно, там пила большая. И теперь вот так вот. А, ребятки, здесь тоже пила. Ой-ой-ой-ой, теперь убегаем, 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 прыгаем. А перед просмотром этого видео обязательно подпишись на мой канал. Также рядом с подпиской есть колокольчик, нажав на который вы будете получать уведомления самыми первыми. И, конечно же, не забываем ставить лайки. Всем приветики, дорогие друзья! Вы на канале Вечное Детство, ребятки! С вами, как всегда, Юра. И сегодня, ребяточки, мы будем продолжать играть в игру Red Ball 4 или Красный Шарик. Так, ну что ж, дорогие друзья, мы с вами в прошлый раз зашли уже на новый уровень. Это у нас второй этап Дремучий лес. Здесь мы будем, ребяточки, и осваиваться теперь. Ну что ж, покатились. Так, 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 это, ребяточки, первый уровень второго этапа у нас идет. Ой, опа, отлично, отлично. Так, собираем звездочки. А вот, ребяточки, надо быть более бдительным, более аккуратным, потому что здесь вот где-то тут черный квадрат ползает. Вот у меня чуйка, что здесь вот, вот он. Вот так вот мы его с вами, ребяточки, уничтожили. Так, давайте будем толкать вот этот пень. И теперь с вами встанем вот сюда. Вот так вот, отлично. Вот так вот, хорошо, отлично, ребяточки. Первый уровень второго эпизода пройден. И это просто, ребятки, замечательно. Прыжок, отлично, прыжок, просто супер. Третий, вау, опа. Ребятки, посмотрите, куда я попал. Посмотрите, куда я попал, в какое место. Так, ребятки, здесь нужно быть более аккуратным, более бдительным. Потому что здесь вот такая вот пила просто реально может распилить меня на две части. Так что давайте лучше будем убегать отсюда. Здесь вот квадратик, надо его вот так вот. Вот второй вот, давайте вот второго. Так вот, отлично. Погнали, погнали, погнали. Супер, отличненько, просто круто. Так, ребят, ну что ж, давайте будем, наверное, дальше проходить. Ой-ой-ой, ребятки, меня укусил. Укусил квадрат. Давайте вот так вот мы. Где второй-то? Вот он. Ага, вот. Все, ребяточки, кнопочку мы нажали. Отлично. И теперь у нас сработала система и открылись двери на чекпоинт. Отлично, ребят. Ой, что за горка такая? Вау! Бабах, ребяточки, отлично. Мы сразу же уничтожили врага. Так, здесь что? Как же мне? Вот так вот надо. Ой-ой-ой. Давай-давай быстрее. А то меня распилит пила. Ой-ой-ой. Она не только меня, ребятки, она еще распилила и этого, ребят. Она еще и распилила пня. Все. Теперь я никак не допрыгнул. Так, давайте еще раз, ребяточки. Так, ждем. Пускай, ребяточки, он уже проедет туда и обратно. После чего столкнем его. Так, сейчас пила подъезжает. Ну что ж, начинаем толкать. Давай, давай, быстрее, 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 быстрее. Вот так вот, отлично, ребяточки. Отлично, мы с вами все-таки выполнили миссию невыполнимую. Встретились с квадратиками, уничтожили его. Так, что это за такие за... Ой, смотрите, какие болты тут вытаскиваются из дерева. И мне это типа как надо... О, а вот что это такое? Это мост. Вот такой вот мост. Ой-ой-ой, надо быть аккуратным. А вон каратист, ребяточки, квадратик-каратист. Вы представляете? Вы видели хоть раз такого? Вот он. Так, один раз мы его ударили. Давайте второй раз ударим. Ай, он меня ударил. Вот так вот. Вот так вот, ребятки. Три раза все-таки мы с него выбили немножко потенциала. Так, ну что ж, погнали дальше. Так, теперь надо сюда. Теперь сюда. Ой-ой-ой, ребяточки. А как это так? Я погиб. И мы с чекпоинта, что ли, начинаем? Так, давайте каратиста мы не будем трогать. Просто будем от него убегать. Он нам, в принципе, и не нужен. Так, следующий. Ну, этих просто нужно будет нам убить, потому что нам здесь нужно ходить. Второй есть. И, собственно, третий, ребятки, есть. Отлично. И нажимаем кнопочку здесь вот. Все, теперь двери нам открыты. И мы продолжаем наш путь. Красный шарик продолжает, ребяточки, путь. Так, ну что, давайте вот так вот. Отлично. Ребятки. А, понял. Понял, как надо. Смотрите.
Раз, два, поехали. Отлично. Раз, два, поехали. Эй, я не допрыгнул до третьей части, ребят. И до второй не допрыгнул. Подождите, сейчас я покажу, как надо правильно прыгать. Так, раз, два, погнали. Раз, два, погнали. Отлично. О, давайте ему на голову скинем. Бабах, отлично, ребят. Вы видели, как мы ему на голову скинули? Прикольно, да? Ой, это что он такой? А, он сейчас меня придавит. Что это было такое-то, ребятки, а? Так, здесь каратисты, давайте, ребяточки. Сначала... Ой. Ты каратист. Ой, ребятки, меня два раза уже каратист. Так, ребята, а как мне скинуть туда вот эту штуку? Надо с разгону, наверное. Давай, 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 давай. Отлично. Все, ребятки, отлично. Теперь надо каратиста... Вот так вот. Все, ребятки, мы убили каратиста. Теперь что у нас, ребят? А, вот мы с вами. О, отличненько. У нас здесь болтик вытащился из дерева. Все, остался один. Вот он. Отлично, ребяточки, мы продолжаем. Так, ребяточки, уже 21 уровень у нас, чтобы вы понимали. И здесь нужно быть аккуратным. Так, каратист там, как всегда, занимается, в общем, своими делами. Пытается нас удавить, но мы, ребяточки, не сдаемся. Ай, ребят, здесь кнопка, оказывается, представляете? Я и не знал. Так, теперь давайте по новой будем. Давайте раз, два, три, четыре. Отлично. Пять. Вот так вот. Отличненько, ребята. И мы с вами сделали это. Ой-ой-ой-ой-ой. Так, отлично, ребят. Так, что теперь-то, а? Прыжок, отлично. Ждем, 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 ждем. Прыжок, отлично, ребятки. Вот так вот надо проходить, уметь эту игрушку. Так, следующий. Давай, на очереди, отлично. Так, ну что ж, отличненько, ребяточки. Прошли мы с вами эту игру. Ой-ой-ой, я думал, мы уже уровень прошли. А тут, оказывается, еще у нас куча всех нехороших вот таких-то. А, надо ждать, все, я понял. Теперь быстро вот так вот. Все, отлично, ребятки. Прошли мы чекпоинт. Продолжаем нашу игру. Баба! Круто! Так, а как же мне пройти-то дальше-то, а? А, вот он, оказывается. Ха-ха-ха. Я и не видел здесь его. Ну, вот он, этот пень. Как же я его затолкну, ребята? Или затолкну все-таки? Да, ребятки, я с легкостью его заталкиваю. И вот сюда вот выскакиваю. Давай еще немножко. Вот так вот, молодец. Так, ребятки, аккуратно, там пила большая. И теперь вот так вот. А, ребятки, здесь тоже пила. Ой-ой-ой-ой, теперь убегаем, убегаем, убегаем. Прыгаем, прыгаем, прыгаем. Давай. Вот так вот, отлично, ребятки, отлично. Так, теперь погнали. Все, ребяточки, круто, круто, круто. Мы теперь с вами, ребяточки, дошли туда, куда мы с вами в действительности, ребяточки, хотели. И это просто, ребятки, замечательно. Так, давайте, наверное, заберемся сюда. Отлично. А, это кнопка, ребятки, со временем, смотрите. Она сейчас перестанет моргать. Отлично, успел, я успел, ребяточки, я успел, и это просто круто. Прыжок, отлично, и мы с вами попали на чекпоинт. Ну, разве это, ребяточки, не фантастика, просто фантастика, реально. Опа, прыжок, вот так вот. А, нет, надо ждать. Быстрее, 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 быстрее. Здесь лабиринты, быстрее, нам надо. Быстрее, давай, 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 давай. Отлично, ребят. Ой, укусил, укусил. Как же мы так не увидели, что он нас укусил, ребят. Опа, прыжок. Отлично. Прыжок. Не доскочили мы туда. А нам только со второй надо, да? Да-да-да, только со второй. Вот так вот. Теперь сюда, отлично. Ой-ой-ой, звездочку чуть не забыли-то, а? Ну что ж, ребятки, отличненько, мы уже с вами прошли, посмотрите куда. И это, ребятки, просто замечательно. Поехали!
Так, ребяточки, ну что, давайте, погнали, вперед. Давай, 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 давай. Ой-ой-ой, здесь злой квадратик. Давайте его вот так, вот так. Здесь пилу запускаем, которая уничтожит пилу. Нет, ребяточки, мне нужно запустить пилу, пускай уничтожает их. Это же никуда не годится-то. Отлично. Теперь, ребяточки, мне осталось вручную добраться до... Вот так вот, до, вот с этого места. Отлично, ребятки. Давай, 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 давай. Да что ж такое, а? Вот так, нет, ребяточки, немножко не успел, правда. Так, давайте сначала эту вытащим. Теперь быстренько сюда, 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 давай, 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 включай, 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 прыжок. Прыжок. Теперь прыжок. Эй, да что ж такое, никак не могу, ребяточки, доскочить аж туда наверх. Но это надо сделать, потому что мы, ребяточки, без этого не пройдем никак уровень. Раз, два, три, четыре, пять. Прыжок. 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 Отлично, ребят. О, мост. Ой, ребяточки, вы видели, кто у нас на мосту-то был? Посмотрите. Квадратики здесь нас ждут на мосту, но мы их, ребяточки, уничтожаем так, как нужно. Теперь поехали. Круто. Так, ну что, кто у нас следующий-то, а? Ага, вот, ребята, вон он. Все, он мне сам нажал на кнопку. И это, ребятки, просто круто. Так, от него будем, наверное... убегать. Он, в принципе, нам и не нужен. Так. Отличненько. Забрали звездочку. Опа. Забрали вторую. А, мне, наверное, нужно с самой последней прыгнуть туда. Вот так вот. Отлично. Так, забираем вот эту звездочку. Убиваем вот этого квадратика. Давайте звездочки собираем, собираем, собираем. Так, а там закрыт путь, ребятки. А, все, понял. А как мне, чтобы вот так вот? А, все понял. Давай вот так вот надо было раньше нам. Раньше не получается. Так, ну что ж, посмотрите, я вам покажу сейчас, как это делается, ребят. Смотрите. Сейчас нужно, чтобы он ударился. Все, теперь он до самого конца, ребятки, приедет сейчас ко мне. Смотрите, ждем. Пока пень катится сюда. Все, ребятки, пень здесь. Теперь давайте вот так вот его чуть-чуть катнем. И все. И он покатится туда, куда надо, смотрите. Убираем ему преграду. Все, ребяточки, отлично. Теперь он нажмет на кнопочку, и у меня откроются двери. И это будет, ребяточки, просто замечательно. Так, ну что ж, давай, давай. Вау, круто. Так, ну что ж, ребятки, отличненько. Мы уже с вами на 26 уровне. Так, ну что ж, ребят, наверное, на сегодня уже мы будем заканчивать, ребяточки. Продолжим в следующих частях моего канала. А если ты еще не подписан на мой канал, обязательно подпишись. Ссылочка будет в описании к этому видео. А также красная большая кнопка. Нажимай на нее, подписывайся, ставь пальчики вверх. Комментируй мои видосики. А с вами был, как всегда, Юра, ребятки. Вы были на канале Вечное Детство. Пока-пока.